Один мой друг-иностранец подарил мне пластинку с записью этого концерта Мендельсона еще во времена студенчества. И, по всей видимости, я оказался первым, у кого в СССР появилась эта запись с неизвестным концертом. Очень красивая вторая часть концерта. Помню, любил разыгрывать некоторых студентов, у которых было на лбу написано: «Я студент лучший в мире консерватории». Давал им послушать эту вторую часть и говорил им: «Угадай». Практически все в течение 1-2 минут заявляли, что это Моцарт. Надо было видеть их лица, когда я им сообщал, что это Мендельсон. И не просто Мендельсон, а 12-летний. Вот так я воспитывал чувство скромности у студентов лучшей в мире консерватории. Величайший канадский пианист и философ Глен Гульд как-то заметил: если бы Моцарт жил дольше, то он сочинял бы музыку в духе Мендельсона. Да, композиторский гений Мендельсона проявился даже раньше, чем у Моцарта. 12 лет он уже сочинял музыку необыкновенной красоты, совершенную по форме. Исполняя или слушая музыку этого юного мальчика, вдохновенного, чистого душою, я окунаюсь в рай. Когда я жил в Москве, в общежитии, я все деньги тратил на книжки и пластинки, которые были аккуратно уложены на полках. Я соблюдал чистоту и порядок. У меня была очень хорошая стереоаппаратура с большими колонками. И вот где-то к 12 часам ночи в общаге наступала тишина. Я зажигал маленькую настольную лампу, и в комнате, в полумраке, возникала особенная атмосфера. Ощущалась таинственная духовная энергия, исходящая от книг и пластинок. Я включал тихо красивую музыку. Знаете, только на очень хорошей аппаратуре с большими мощными колонками можно очень тихо слушать музыку. Качественное звучание создает ощущение присутствия в концертном зале,
где звучит божественный реквием Моцарта, или Голдберг в вариации Баха в исполнении Глена Гульда. А сам концертный зал находится в раю. Общежитие консерватории – это длинное пятиэтажное здание со множеством комнат, в которых творилось всякое и разное. Но в одной из них в 12 часов ночи наступал настоящий рай. Мысли и дух создают рай. Мысли создают ад. У человека свободный выбор – рай или ад. Если человек думает сквозь призму дуализма, то и жизнь его будет такая: то хорошо, то плохо, то радость, то печаль, то злой, то довольный и так далее. Как думает человек, такая у него и жизнь. Этот не то сказал, тот не так посмотрел, а вот этот вообще строит козни. Черт возьми, если бы не то и не это, то все было бы в порядке. Человек, сущность которого дуалистична, все время будет противопоставлять себя окружающему миру. У человека есть свободный выбор: или находиться в раю, или в вечной борьбе противоположностей. И этот выбор — это способ мышления. К сожалению, жизнедеятельность большинства людей, например, образование, трудовая деятельность и их образ жизни, не затрагивает сферу духовного. Вот и получается, что человек на протяжении всей своей жизни очень редко сталкивается с чем-то духовным. А душа – это жизнь. Душа есть у всех. Она всегда искренне выражает мысли и чувства, в которых чистые и светлые эмоции. Там, где она летает, там добро и счастье, красота и любовь.